У нас есть три центра разума в теле. Вот один в области лба находится, он связан с энергией знания. Второй в области сердца с энергией любви связан центр разума. И третий центр разума в области паха с энергией вечности или самосохранения связан. И вот это вот первое предназначение, вот человек, у него здесь энергия знания, здесь энергия любви. Он считает, что знание спасет мир. Такой человек с рождения. Если он развивается как личность. Если дома царит потребительская атмосфера, никто никого не развивает, сам никто не развивается, все стоит как попало, ложатся спать как попало, никто зарядку не делает, никто не закалится, никто не молится, никто над собой не работает, все просто смотрят телевизор, ходят на работу и живут как все. В этой атмосфере не развивается человек. Разум у него есть, в зачаточном состоянии у ребенка есть вот это, он склонен к знанию. Это означает, что он склонен быть тем священником, склонен быть ученым, склонен быть преподавателем, склонен быть тренером, склонен быть врачом, допустим, юристом и так далее. То есть человеком, который связан со знанием. Связан со знанием. Он склонен быть таким. Итак, такой ребенок, который склонен к деятельности разума, он ищет правду. Он ищет знания, ищет правду. Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха, что такое хорошо и что такое плохо. Вот это означает эта категория детей. Эта категория, она интересуется. Все дети спрашивают, а это что, а это что? Но у них разные цели. Одни дети спрашивают, первая категория, для того, чтобы понять, как устроен мир и сделать людей счастливыми с помощью знаний. Вторая категория, в которых вот этот центр более активен, средний, энергия любви к людям, любви к людям, на втором месте знания, означает те, кто склонны структурировать жизнь общества. Делать так, чтобы все правильно в этой жизни было. Общество, чтобы правильно шло. Это правители. Они считают, что счастье людей – это главное в жизни, чтобы люди все были счастливы – это главное. Знание этому помогает. На втором месте знание. Третий тип людей – энергия любви на первом месте. Но второй светофорик уже не знание, а самосохранение. Это означает, что счастье людей на первом месте, люди должны быть счастливы. Это подсознательно то, что живет в человеке глубоко. А на втором месте он считает, что счастье означает достаток в жизни. Что жизнь будет, должна течь хорошо у людей, тогда люди будут счастливы. Это увеличение достатка в жизни, стремление к достатку. Не к руководству, управлению людьми, а к достатку. Это называется бизнесмены уже, третья категория людей. Четвертая категория людей, нижний светофорик, самосохранение, вот это вот, самодостаточность, работает очень сильно. На втором месте вот эта энергия любви, этот светофорик. Человек хочет любви в деятельности своей, любви в труде. Он хочет трудиться с любовью. Творческой деятельностью заниматься, делать то, что ему по природе нравится. Он очень сосредоточен вот на том, чтобы отдать свою деятельность людям, свой творческий труд. Вот это категория людей, которые направляют свои силы в труд. Не в достаток, не в зарабатывание денег, не в управление, не в знание, а в труд. Когда у человека деятельность по его природе, его развитие может быть бесконечно большим. Понимаете, светофорик может гореть сильнее, 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 сильнее. Но для того, чтобы начать так жить, нужно развивать себя как личность. Понимаете, то есть специальность в данном случае на втором месте стоит. Кем я буду работать? Может быть, я буду дворником работать какое-то время, но продолжать рисовать картины. Какое мое предназначение? Быть дворником или картины рисовать в данном случае? Предназначение – это то, что человека развивает как личность.
Понимаете, та деятельность, которую его развивает. Большинство людей сейчас, мы, смотрите, если бы у нас была правильная культура, человека бы определяли по его наклонностям с самого рождения, и к 18-20 годам он уже был способен своей природой зарабатывать себе на жизнь. Вот некоторые люди говорят, у меня хобби, вот мне нравится, допустим, заботиться о людях. А работа у меня просто, я, допустим, деньги зарабатываю там как-то. Ну просто работают все. Природа в данном случае заботится о людях. А деньги зарабатывать почему? Потому что надо жить. Допустим, у человека природа не развивалась, если бы ты развился по своей природе, ты бы был, допустим, главой какой-то благотворительной организации, которая бы там кормила всех бесплатно и так далее. Но ты просто работаешь, зарабатываешь просто себе на жизнь. Почему? Потому что надо жить. Человек не может жить без квартиры, без жилья, без еды, без тепла. Мы не можем жить, нужно работать, чтобы жить. Так? Но почему мы несчастливы в своей труде? Потому что мы недоразвиты. Если человек развивается как личность, он делает то, что ему нравится. Для людей. Делает то, что ему нравится. Что такое сила разума? Это означает та сила, которая развивает человека. Понимаете? Вот смотрите, на начальном этапе начали деньги зарабатывать. Ну, допустим, я бухгалтер, у меня нет природы быть бухгалтером. Бухгалтер — это третья категория. Допустим, я выучился на бухгалтера. Для того, чтобы развиваться в бухгалтерии, мне нужно иметь способность общаться с цифрами и с людьми. То есть взаимодействие очень сильное с этими двумя категориями жизни. Людьми и фактами, цифрами. Означает, что очень сильно работает вот эти два центра разума, средний и нижний, очень сильно работает. Человек развивается. Чем больше работает, тем сильнее развивается. Все сильнее бухгалтер, сильнее и сильнее. И стал выдающимся человеком в этой области, там, допустим. Выдающимся человеком. Если я работаю по своей природе. Но как определить, что я по своей природе работаю? А меня не деньги мотивировали заниматься этой деятельностью. Вот попытайтесь понять, о чем я сейчас говорю. Мне просто нравится, чтобы все было организовано в деятельности, чтобы люди были счастливы. Мне вот что нравится? Мне нравится, чтобы на производстве, на котором я работаю, чтобы все было правильно, чтобы был порядок. Понимаете? Поэтому я бухгалтер. Мне нравится вот там сделать порядок, поэтому я бухгалтер. Не потому, что там мне платят нормальные деньги. Потому что мне может быть... И это тоже. Смотрите, я бухгалтер, потому что мне нормальные деньги платят. Но счастья в этом случае уже не будет. Допустим, женщинам всегда нравится заботиться. Это женские специальности, заботиться. Вот даже брать предназначение, допустим, очень сильно мужское и женское предназначение отличается. Та же самая природа, быть ученым, допустим, первая природа у женщины, первая природа, быть ученым. Но как она у женщины проявляется? Женщина преподает в школе. Почему? Потому что она любит заботиться. Потому что преподавание в школе — это забота в основном. Некоторые женщины думают, преподавание в школе — это гонять детей. Нет, детей не гонять надо, им надо давать любовь. Строгость — это тоже вид любви. Это тоже вид любви. Я помню глаза своей преподавательницы младших классов. Мне очень повезло, хороший человек достался. Я помню один эпизод, начало учебы, 2 недели с начала учебы прошло, получил 2 единицы на одной странице, с двух сторон, на одном листе, с двух сторон. Я пошел в школу, чтобы вырвать этот лист, чтобы не показать родителям, потому что мне было стыдно. Я пошел в школу, когда я вырывал лист, оказалось, что я подошел прямо к своему классу. Моя учительница, она смотрела прямо на меня, когда я вырывал этот лист. Когда я его вырвал, она посмотрела и видела учительницу свою. Вот, и она меня позвала вот пальчиком так. И она пронумеровала у меня листочки все. Клеила листочек этот. Я увидел любовь в этом во всем. Я увидел, что она вот с любовью это делает, она заботится обо мне как о человеке. Она это делает не для того, чтобы мне отомстить там и как-то показать, что она крутая.
преподавательница. Нет, просто вот забота. И это запомнилось на всю жизнь. Строгость вот такая человеческая, женская строгость. Это любовь, ведь любви такой. Потому что она занималась своим делом. Ей нравилось детей воспитывать. Природа, видите, разум действует бескорыстно, но в рамках своей природы. Допустим, Микеланджело. Это кто по природе? Микеланджело кто? Это который скульптуры делают. Последняя, четвертая категория. Любовь к труду. То есть он занимался своей деятельностью. Он в труд вкладывал силы, и он делал такие вещи, которые до сих пор удивляют людей своей красотой. Колумб, кто по природе был? Третья категория. Третья. Он открыл людям возможность сотрудничать. Он искал сотрудничество, искал новые земли для развития деятельности. У него такая природа была. Суворов кто был по природе? Вторая категория, правитель. Ломоносов кто был по природе? Первая категория, ученый. Видите, выдающиеся, все это выдающиеся люди, разные природы. То есть неважно, какая выдающимся человеком может быть разная природа. Не обязательно только вот ученые выдающиеся или правители. Нет, разных категорий могут быть выдающиеся люди. Надо, каждый человек должен заниматься своим делом. Никто не должен не своим делом каким-то заниматься. Сейчас всех учат управлению вот этой вот второй категории. Но это безумие, это безумие. Это не принесет счастья человеку, если он будет заниматься этим, не имея на то склонности. Детей пугают, их сбивают с правильной платформы. Человек развивается как личность, его сбивают с правильной платформы. Кем надо быть? Надо быть, сейчас учиться на кого? Специалист по международным отношениям. Раз. Менеджмент. Два. Бухгалтерия. Три. Вообще, в основном... Молодых людей спрашивают, ты кто? Он говорит, я специалист по международным отношениям. Ну почти что Черчилль. Потому что мне учительница сказала, что там будет много денежек. Так ты же, вообще у тебя другая природа, зачем тебе туда идти? Видите, люди даже не понимают, что есть природа человека. Какой управляющий, какие менеджеры, какие, понимаете, люди разные бывают. Люди разные важны, люди разные нужны. И каждый на своем поприще счастлив должен стать. Я знаю счастливых парикмахеров, знаю много-много разных счастливых людей, которые очень счастливы в жизни. Но счастье – это главная ценность, понимаете? Не деньги – это главная ценность. Есть много людей, у них есть деньги, но нет счастья совсем. Можно заставить, если сильная воля, можно заставить себя делать деятельность не по своей природе. Это истощает, потом убивает психику совсем. Человек на пределе начинает жить просто. Он делает, да, он зарабатывает деньги. Какой ценой? Ценой своего счастья. Становится несчастным просто. Смотрите, деятельность по природе. Она что развивает? Вот здесь два направления жизни. Смотрите, одно направление. Тупо зарабатываем деньги. Что развивает? Ничего не развивает. Просто денег больше становится и все. А второе направление сложнее. Надо, чтобы зарабатывать, надо себя как личность развить. Вот чтобы художнику, допустим, иметь средства на жизнь, ему надо стать хорошим художником. А это уже непросто, да? Допустим, как определить у ребенка? Допустим, ребенок любит маме, бабушке строить дом. Да, он на машине ездит, бабушке строит дом. Его спрашивают, ты себе строишь дом? Нет, я хочу бабушке построить. Мне не нужно, я хочу бабушке построить. Это уже проявляется природа человека. Допустим, может быть, он строителем будет, еще не точно. Но у него, по крайней мере, есть вот эта вот жилка какая-то, что-то делать для других, вот практическое такое. Итак, видите, специальность ученого. Как проявляется в ребенке? Если у вас в семье есть работа над собой, если у вас разум работает, разум активен в вашей семье, то это значит, в ребенке это будет проявляться следующим образом. Внимательно слушайте. Первое качество, самое главное. Дети, которые склонны к знанию, они смотрят на мир несколько иначе, чем все остальные.
То есть они отстранены от деятельности. Это первое их проявление. Они не склонны в гущу событий влетать. Допустим, есть дети, которые в центре событий, то есть там футбол играют, им надо там быть. Этот ребенок наблюдает, как играет футбол, кто как играет. Ему интересно вот это. Ему интересно понять, что происходит, зачем они играют в футбол.